Привет, друзья! С вами Живой Арабский с Еленой Клевцовой. Мы продолжаем разбирать простые бытовые разговорные темы. И сегодня мы узнаем, как спросить, сколько тебе лет или сколько вам лет. Кам омрука? Кам омрука? Это вопрос к мужчине. Кам омруки? Кам омруки? Вопрос к женщине. Омри? Мне 43 года. Омри хамсату ашрун сана. Мне 25 лет. Омри. Омри сколько-то там сана. Есть более простонародный вариант того же самого вопроса. Анда кем сана. Анда кем сана. Анди. Талесаварбайн сана. Анди. Андак. Анди. Андак кем сана. Вопрос к мужчине. Андик кем сана. Вопрос к женщине. Это чисто бытовой разговорный арабский. Первый вариант более классический, второй вариант более простонародный. Но оба варианта вы можете использовать в своей повседневной жизни. Итак. Ма омрука, ма омруки, андак кем сана, андик кем сана. Мы можем спросить, сколько ему лет или сколько ей лет. Допустим, сколько лет этому ребенку, да? Кам омруху, кам омруху, анду кем сана, анду кем сана. Это вопрос, касающийся мужчины. Кам омруха, кам омруха, андаха кам сана, андаха кам сана. Сколько ей лет? Вопрос, касающийся женщины. Если вас интересуют разговорные темы арабского языка, то вы можете почерпнуть их в наших плейлистах. Не поленитесь, откройте плейлисты на нашем канале, и вы найдете для себя много интересного. Прощаюсь, пока.